Победители и призеры международных фестивалей. На их счету множество завоеванных трофеев. Но они никогда не останавливаются на достигнутом. Группа Art Band покоряет новые вершины. Артисты вышли в полуфинал отборочного тура всемирно известного конкурса «Евровидение». Это мечта, желание любого артиста. То есть это, по-моему, самый высокий, самый профессиональный, самый-самый конкурс в мире, я бы так сказала бы, который каждый вокалист, ну, действительно хочет посетить. Каждая группа, каждый певец. Для участия в конкурсе артисты приняли решение изменить название своей группы. Теперь вместо привычного Art Band коллектив можно узнать под названием The Redes. Оказывается, в Европе существует много коллективов под этим именем Art Band. Поэтому мы решили, что надо что-то новое, надо какое-то новое название, необычное. И пришли к мнению, что название будет «До редос», что означает музыкальные ноты «до», «ре», «до». И добавили «а «эс». «С» — это как бы осуществляет, то есть это, то есть «эс» в английском, да. Да, это как бы имя существительное получается. И радует то, что такого названия в Европе, во всем мире нету. Нету. И это запатентованное имя уже за нами. А мы ехали в машине со студии на телецентр, то есть куда мы принимали заявки, и думали в машине, какое же название придумать. То есть это было так спонтанно, были варианты там самые сумасшедшие, как «Гриляж», «Метеорит» и все такое. «Гараж-бэнд». «Гараж-бэнд», то есть да. Вплоть до такого. Ну, остановились на «До Редос». Среди конкурентов «До Редос» начинающие, а также известные артисты Молдовы, в числе которых участники Евровидения 2010 года «Sunstroke Project». Всего за выход в финал будут бороться 24 участника. Группа «До Редос» выступает с песней «Морячика». Автор песни является Паша Парфений, также он является продюсером и также, как сказать, бульдозером нашим на Евровидении. Автор же слов Михай Теодор, ну, соавтор из Паши Парфения. Да. Идея аранжировки, идея как бы самой «Морячики», это тоже принадлежит Паше. Причем Паша вообще очень глубоко творческий человек, и это пришло ему внезапно и в последний день, буквально за полчаса до записи песни. А вообще слова «морячика» не было в этой песне просто. Изначально. Было «do you love me», «do you love me» и like все. Да. А он решил «do you love me», «морячика». И вот так. Ну, чтобы внести какой-нибудь такой молдавский немножко как бы колорит, да, акцент. Сегодня поклонники «До Редоса» активно поддерживают и переживают за любимых артистов. Ведь впереди самый важный и ответственный этап. Уважаемые зрители, дорогие наши поклонники, мы надеемся на вашу поддержку. Также на то, что вы будете следить, голосовать, конечно же, отправлять смски, следите за информацией, мы обязательно сообщим, когда мы, в какой полуфинал мы попадем, либо в первый, либо второй, во сколько это будет, под каким номером, обязательно напишем. Следите за информацией в соцсетях, ну и, конечно же, на канале Лик ТВ. Ирина Шлаева, Наталья Лисеева, Олег Слободенюк, Лик ТВ. It, I will lose control. Switch off at night, the city light. You shook my soul. You wake me up from this entire world. I never had a night like this before. You hit me up and spin my mind. Do you love me, my mighty chica? Yeah.